Красного Луна отправляет Дмитрий Сокис, город Луцк, детская спортивная школа. Боксом занимался 4 года, провел 40 поединков, 32 одержал победу. Из 4 международных боев выиграл 3. Он тренируется под руководством тренера Бориса Георгиевича Жайворонка. Спортивный клуб «Авангард» ПСО «Украина». Боксом занимается 5 лет.
учетная гонка не идет. Тренируется под руководством заслуженного тренера Украины Анатолия Чумакова. К выходу в ринг приготовится 20-й заключительный парень сегодняшней программы Владислав Михайлов, Лукас Красный Угол, Димурат Салтыгалдеев, Севастополь. 20-ю пару обслуживает судейская бригада в следующем составе. Редин, Мазенко, Бакалева судьи, Чазов, Шурда, Белых, Извеков, Белохин. В этом поединке со счетом 14-7 победу одержал Дмитрий Солтис, Волынь. Антон Малин награждается за третье место. Бронзовой медалью, дипломом третьей степени, целым призом. К выходу в ринг приготовился заключительная программа, 20-й по счету. Вызывайте внимание, высокоминтонов. Красный угол. Владислав Михайлов. Сюда. Синий угол. Дим Мурат. Кубалдеев. Севастополь.
Thank you.
Синего Мурилина отдыхает Дима Мурат, Саты Галдия, город Севастополь. Боксом занимается 5 лет. Провел 64 поединка, 37 одержал победу. Он является бронзовым призером чемпионата Европы 2010 года в городе Львове. Тренируется под руководством тренеров Григорьева и Андрея Закарьяна. Напоминаем боксерам, завтра здесь, в этом зале, взвешивание 7.30, 8.00. Начало соревнований в 11 часов дня. Со счетом, компьютерным счетом 3-10, победу одержал Дима Мурат, Саты Галдия из Севастополя. На этом наша программа окончена. Благодарим всех за внимание. Внимание! Бронзовой медалью награждается Владислав Михайлов, Луганск. Бронзовой медалью, дипломом третьей степени, ценным подарком. Thank you.
Повторяю, завтра начало соревнований в 11 часов.